Начинаем выпуск сообщений из Вашингтона. Главное правительственное издание США обесточено в результате аварии. Электричества нет в Белом доме, на Капитолии, в Госдепартаменте и в Министерстве юстиции. На одной из электростанций Южного Мэриленда произошел взрыв, причины которого пока не установлены. Пресс-служба Белого дома сообщила, что здание работает на резервном генераторе. То же самое заявили на Капитолии, в то время как ежедневный брифинг представителя Госдепартамента Мари Харф пришлось прервать, когда в пресс-центре неожиданно погас свет. На резервной энергии также работает несколько станций столичного метро. Согласно заявлению представителей спецслужб, пока нет никаких оснований полагать, что причиной отключения электроснабжения мог быть теракт или диверсия. В энергетической компании, обслуживающей Вашингтон, сейчас изучают обстоятельства инцидента.